Ну что ж, всем здорова, с вами Тайшерк, и я продолжаю прохождение игры Ratchet & Clank. Ну так вот, в прошлой серии мы получили... Что я делаю? Ладно, впрочем, это не важно. Короче говоря, сейчас мы должны исследовать вот эту станцию. У нас есть три пути... Нет, у нас есть два пути. Насколько я так понял. Точнее, знаю. Так. Один проход. Или же два прохода. Один сюда. И еще один туда. Нет, у нас все-таки три прохода. Так, давайте сначала пойдем сюда. Так. Где у нас тут терраска? Так, что у нас тут? Ладно. Не понимаю, как и куда что. Вроде тогда не стоять. Во, вот так вот давайте-ка. Один сюда. Не, тогда вот это сюда надо передвинуть. Ай, фак. Что-то не помню как-то. Допустим, вот так. Вот так. А нет, смотрите-ка. Вот это не особо-таки подходит. Нет. Так, тогда как, блин, это сделать? Не особо помню. Во! Отлично. Тут у нас вроде играем за Кланка. Ну, давайте-ка сначала пойдем за него. Так. Ну вот, отлично. Начал серию и даже не знаю, о чем поговорить. Допустим, Five Nights at Freddy's 4 будет. И если верить тизеру на сайте Скотта, это уже последняя часть. Честно говоря, я вчера хотел попробовать сделать видео, ну, наподобие такого, мол, рассказывается о разных... Серьезно? Ладно. Короче, есть люди на ютубе, скорее всего, их многие знают, ну, вот, которые раз... Блин, как это назвать? Короче, разгадывают пасхалки и так далее. И я хотел сделать что-то подобие этого, но у меня ничего не получилось, потому что я тупо не знал, что говорить. А вот с монтажом, кстати говоря, проблем не было. Лично для меня выглядело все довольно-таки неплохо. Ну вот, серьезно, чувствую, это не мое. Давай, серьезно. Нет, это невозможно. Видимо, не сюда. А, да, так и есть. Не сюда. Ага. Поначалу вообще не понял, куда лететь. Ну, вроде понял. Так, не помню, что тут делать. Ну, по ходу игры поймем. Я вообще не особо помню эту станцию, и вообще я ее не люблю. Вот из-за этого как раз-таки. Мол, тут вот эти вот лягушки очень часто тебя бьют, и ты умираешь. Такс. О, так у меня 6000. Забирайся ты. Такс. И что мне это дало? Окей, допустим. Типа мне сюда. Так, аккуратнее. Так и упасть можно. Угу. Так. Честно говоря, у меня, по-моему, каждая серия неудачная. Я все время несу какую-то чушь. И даже вот сейчас с началом я накосячил. Ладно, надеюсь, хоть середина видео пойдет нормально. Мне как-то расписали, да даже недавно писали то, что я на этом зацикливаюсь, и мол, есть люди, которые комментируют хуже меня. Да, согласен, но лично для меня это непростительно уже. Так. Фак. Не люблю такие узкие проходы, особенно когда играл в первый раз, и я умудрился там упасть. Такс. Ах, да. Так же не прокатит. А вот в крыше прокатывало. А тут нет. Давайте-ка сократим себе путь. Блин, что-то я туплю. Мне почему-то казалось, там золотой болт. Так. Мне вроде должны дать были... Да... Мне явно должны были дать моих нанороботов. Или как они там называются? Наноботс. Наноботс. А, гаджетбот. Все, окей. Или... А, гаджетбот. Окей. Мне нужно 4 штуки. И сейчас я сделаю это. А так! Надеюсь, они тех не пошли мочить. Меня все-таки пошли. А этому вообще по барабану, смотрите. А, нет, вот, среагировал, отлично. Не, за Кланк сейчас играется достаточно-таки легко.
Но дальше будет малость не очень. М1. Вы же там должны были появиться. Какого черта? И почему здесь не работает мол, когда кланг прыгает, они начинают двигаться быстрее. Такс, окей. А, вот же четвертый. Блин, его так неудачно разместили. Я бы так сразу не увидел. Ну все. Ладно, окей. Тупняк уже мой. А что у нас тут? Ничего, да? Но сюда можно залезть. И все. Окей. Что ж, ребятки, пора с вами прощаться. Вау, и что это, я не помню. А, стоп. Нет, все равно не помню. Вспомнил, что это такое. Эта штука выкачивает и закачивает воду. Идет сохранение. Так. Не, мне не сюда. Так, не сюда. Скучно. Не люблю играть за кланка, потому что все, что мы делаем, это, считай, практически ходим. Допустим, в Ratchet & Clank Crack in Time или же Tales of Destruction это было малость интереснее. Мол, в Crack in Time... Нет, в Crack in Time реально были интересные головоломки. Tales of Destruction было интересно возиться с этими маленькими зуни, ну, человечками. И сейчас вроде будет касцена. I'm back. So you are. And I found this. Hey, cool. It's a what is it? A hydro displacer. Great. I always wanted one of those, I guess. Так, окей, теперь идем туда. А у нас есть сейчас два варианта: либо пойти тут, убить гигантскую фигню, или же отправиться сюда и сделать так, чтобы эта станция сдетонировала. Какие варианты? Давайте-ка сначала пойдем сюда. И первое, что нам тут нужно, это огнемет. Так, ах ты! Вонючка. А вот и эти зеленые лягушки. Согласитесь, выглядит достаточно мерзко. О да, я помню эту ловушку. Да, и на этой ловушке меня все равно умудрились ударить. Хотя я ее и помню. Даже обидно. О, это вообще отдельная тема. Мне к нему даже близко подходить не надо. Че такое таунтер? Ну-ка. Бамглав, хайдро, таунтер. Прикольно! Я не знал этого. Вот что значит читать подсказки. Это все-таки интересненько. Стоп, он что, урон наносит все-таки? Нет, нифига. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Так-так-так-так-так-так-так-так. Боже мой. Знаете что? Я их просто расстреляю. Все, так-то лучше. А то так и умереть недолго. Оба-на. А тут у нас джекпот, так что эту дверь нужно открыть обязательно. Такс. А вот он. Ну же. Такс. Тут нужно все перелопатить. Вроде так. Так, запустим вот сюда. Так. Давайте-ка попробуем, ну-ка. Было много лучей вот так вот. Так, ладно, это трогать не будем. Допустим, вот сюда. О боже мой, я с этой загадкой буду возиться часами. Так как я тут знаете, что делаю? Я просто делаю на рандоме. Ну вот тут больше лучей. Допустим. Осталось еще два.
Ну-ка, давайте-ка третью покрутим. Вот серьезно, не помню. Все. Фух. Извиняюсь за тупняк. Фух. А вот это было бы плохо, если бы они меня убили. Но этого, к счастью, не случилось. Отлично. Зато патроны еще есть. А, вот что. Мне нужно все. Так, ничего больше не осталось. Ну-ка, патроны. Отлично. И теперь идем сюда. Тут, в принципе, ничего сложного нету. А нет, тут есть болты. Но знаете что? Я вот что скажу. Ну нафиг, у меня 2 хп. Да, которым я только что... Да, блин, не так сказал, который я только что мог потерять. Такс. Все, идем. Теперь тут. О, фак. Так и знал. О, зато здесь есть хилка. Отлично. В принципе, 3 хп пойдет. Так, свингшот. А спорим, не успеешь. Окей, это было глупо. Помним, проходили. А вот это я забыл. Но я, кстати говоря, предполагал. О, здесь вообще будет отдельный разговор. До сих пор не могу понять, как эта фигня просыпается. Ну да ладно. Сложно. Не, ну сложное тут все-таки есть, особенно на этой миссии. Так. Оп. Я хочу уже на другую планетку, от этого места меня тошнит. У меня аж 3 хп, да? Не одно? А то реально такое ощущение, будто у меня одно хп, и я сдохну. Тебя, кстати говоря, я помню. Прикольно. Такс. Серьезно? Да фак. Что ты меня задрал? Иди в пень. Ух. О, 4 хп, отлично. Что у меня тут есть? Патрончики. Такс. Не-не-не-не-не. Че, больше ничего нету? Печалька. Да не хотел я это открывать. Такс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Свалите отсюда. Такс, отвали. И теперь достаем огнемет. Так как главная угроза убрана. А, да. Такс. А вот и еще лягушка. Так, если мне не изменяет память, тут есть золотой болт, так что эту комнату просто так пробегать не стоит. Да, я был прав, тут есть золотой болт. Еще здесь есть непонятная штуковина, которая, кстати, не только тут есть. Я не знаю, зачем она нужна. Скорее всего, не знаю, допустим, есть какое-то оружие, с помощью которого можно что-то с этим сделать. Но что-то я сомневаюсь. Ладно, все болты я собирать не буду, так как это нудно. В принципе, у меня их и так много. Ну ладно, вот это еще можно собрать. Ну и патроны тоже. Блин, тоже. Уже запинаться начал. Сюрприз! Когда я успел там щит поломать? Ну-ка, здесь прокатит та же фигня, что и с тем охранником. Реально прокатило. Офигенно. А ты просто вниз упадешь?
Нет. Окей. Ну за то, что... Блин, не могу ничего сказать. Короче, с ним зато можно сделать вот это. Паукан. Так. О, боже мой. Как у вас вообще земля-то носит? Отлично. Не, стоять. Я, конечно, покажусь сказочным дебилом, но я знаю, что сейчас будет, поэтому... Давайте-ка вернемся. Мне нужны патроны для бластера. Я помню, какая сейчас миссия. И, по-моему, я лучше с бластера с ним... Блин! Я лучше с ним с бластера сражаться буду. Вот так вот. Не серьезно, надо что-то с этим делать. Вот я вот так говорю, а потом останавливаюсь. Что со мной, не знаю. Такс. Эх, поскорее бы уже пришла карта захвата. Другая, не вот эта. Это не карта захвата, это тюнер. Знаете так? Дают лечилку, значит сейчас будет босс. О, боже мой. Сюрприз. Ты до меня не дойдешь. Я ж сказал. Фак. Свалите. Так. Иди в пень. А, иди в пень. Ой, иди в пень. Ладно, можно было и пожертвовать. Это я не знаю, зачем сделал. Все равно, ладно, неважно. Это все? Готово. Было это достаточно быстро. Мне даже нравится. Такс. Все, считаю, это место пройдено. Давайте-ка возьмем хилку. Вот, еще болты. 10 тысяч болтов, достаточно неплохо. Я не помню, сколько стоит Райна, вроде 100 тысяч болтов. Да уж, в первой части он стоит достаточно-таки мало. Но здесь болты не так уж просто выбить, поэтому это предельно нормально. Так. Ой, блин. Расстрелять. Ладно, привет. Вот видите, какая наглость? Он с меня просит 2000. Ладно, держи. Не заслужил. Мог бы мне их бесплатно дать. Зачем тебе жалкие 2000 болтов? Я бы лучше их себе оставил, мне не нужны. Уии. Не помню, зачем они мне понадобятся, ну да ладно. Хотя нет, они понадобятся. И достаточно-таки часто. Что-то я туплю. Хотя это мне не впервой. Так. Ура, конец. Теперь идем... Нет, тут мы уже были. Что-то как-то странно, я туда залетел. Так. Идем сюда. Да. Мне пофиг, ты поедешь? Да, World Warship. И сейчас мы эту фигню сломаем. Отлично. У нас есть два варианта. Либо мы идем направо, либо мы идем налево. А нет, ошибочка, у нас один вариант, мы идем направо. Эй, чё-то тебе не нравится? Обожаю прицел. Я уверен, автонаведение тут в этой игре кривое. Но иногда оно выручает, особенно в таком случае. Допустим, они могли снизить дальность, и, допустим, когда я, допустим, вот там уже отошел, я бы не смог в него попасть. Теперь влево? О, нет. А право откро...
Ой, ничем не лучше. Ну-ка, если попробую сделать так. Удобненько. Ладно, и как истинный еврей, я пойду еще туда. Так, до меня не доходит. Отлично. Вы видели, она вверх полетела. Вот это да. Так, что у нас далее? О, болты. Что-то тут как-то странно тень работает. Ну да ладно. О, все, это финальный шлюз. Ой, да ладно. Вы серьезно? Теперь давай ты. Так, на тебя наводился. Все, отлично. Оба-на. Да я так и не понял, как это делать. Допустим, смотрите. Я в правой? Нет. Ой-ой-ой. Ладно, неважно сейчас. Press the big red shiny button. Да. Нажать на большую красную кнопку. Surprise. Thank you for selecting our automated self-destruct feature. Vessel annihilation sequence initiated. Please remove all personal belongings. Ой, да мне пофиг. Знаете, сейчас лучше на них забить. Ладно. Забить не особо получилось, но, в принципе, норм. Я выживу, я смогу, я дошел. Да, а вот и наш маленький робот. Special Report. This is Donna Gratch reporting live from Blackwater City. We've just learned that Captain Quark will be presenting the grand prize at the Intergalactic Hoverboard Championship, which will be held here over the next few days. In related news, this planet has recently been suffering from an infestation of strange amoeboid creatures. The city's administration has assured this reporter that every step has been taken to eradicate these nuisances. Darla Gratch, Channel 2 News. Did you see that? Yes, I hope that poor woman is all right. Ah, she's fine, I think. Она в порядке. Окей, и мы получили координаты на Blackwater City, ну или же Planet Wriggler. Ладно, с моим английским беда. И мы, собственно говоря, туда и отправляемся. И, пожалуй, я на этом закончу серию. Blackwater City, Real Girl. Ну-ка, сколько тут болтов было? Один из двух. Ой-ой-ой, не хотел я это включать. И Blackwater City, отправляемся. Ненавижу эту станцию. Зато в Blackwater City есть один офигенный баг, с помощью которого я смогу купить Райана. Вау. Пора бы уже кораблик поменять. Planet Realgar. Так, ладно, наверное, серия идет где-то 16-18 минут. Впрочем-то, не знаю, но... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и комментируйте. А с вами был Тайшек. До скорого.